Supercell – это крупная компания по производству мобильных игр. Их произведения геймдефа, такие как Brawl Stars, Clash Royale или Clash of Clans, известны на весь мир. Также у них были и не очень успешные проекты по типу Boom Beach и других мобильных игр. Но все же все игры от Supercell были выполнены красиво, качественно и, главное, интересно. Предпоследняя игра этой компании, а именно Brawl Stars, была выпущена в далеком 17 году. И спустя практически 4 года затишья Supercell выкатили новую игру под названием Clash Mini. Hola amigos, на связи Матвей, и сегодня в этом видео мы сделаем обзор на новую игру от Supercell, Clash Royale 2.0, а именно Clash Mini. Эта игра все еще находится на стадии бета-тестирования, и скачать ее может далеко не каждый, по крайней мере в СНГ уж точно. Короче, сейчас сделаю вам некий экскурс по этой игре, объясню, что там вообще нужно делать, как в нее играть, ну и самое главное, будет ли это новый хит от Supercell по типу Clash Royale или очередная незамеченная игра. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале и тебе так же, как и мне, нравятся мобильные игры, телефоны, ну и так далее, то обязательно оформляй подписку. Здесь ты найдешь лучший контент по мобильной тематике во всем СНГ, уверен, тебе понравится. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки перейдем к сегодняшней теме. Clash Mini — это многопользовательская игра в жанре стратегии в стилистике своих предшественников по типу Clash Royale или Clash of Clans. На данный момент эта игра находится на стадии закрытого бета-тестирования, и официально ее выпустить планируют в первом квартале 2022 года. Официальную дату выхода пока что не сообщают, но я делаю прогноз где-то на зиму 2022 года. Ну а теперь давайте поподробнее рассмотрим эту игру, посмотрим на ее механику, разберемся вообще, что там нужно делать. Clash Mini — это мини-шахматы во вселенной Clash of Clans, где сражения происходят на маленьких аренах в формате 1 на 1. Пользователям необходимо элементарно расставить бойцов с соблюдением всех их навыков и так далее, а затем просто наслаждаться боем. Сам бой, кстати, происходит автоматически, то есть ничего больше нажимать не нужно. По заявлениям авторов, такой подход порадует тех, кто в первую очередь ждет от стратегии простоты и беззаботности, где главным является стратегический компонент без управления в режиме реального времени. В игре существует большое количество персонажей, каждый из которых имеет какую-то свою особенность. Ну и в зависимости от их особенностей ты должен правильно расставить их на поле, чтобы выиграть игру. А для того, чтобы выиграть игру, тебе нужно победить противника целых 3 раза. Проще говоря, это тот же самый Clash Royale, только здесь тебе нужно убить всех персонажей своего противника, и расставлять ты их можешь только до начала игры. А вертикальный формат игры доказывает, что это карманная игра, которая не требует полного вовлечения в игровой процесс. То есть для того, чтобы выиграть, тебе не нужна быстрая реакция или какой-то скилл, достаточно просто включить тактическое мышление и грамотно думать. Надеюсь, с игровой механикой Clash Mini вам все стало ясно, и теперь давайте перейдем к его донатной части и системе получения наград. Вообще, в Clash Mini игровая валюта нужна тебе только для двух вещей. Во-первых, это получение новых персонажей, и во-вторых, прокачка этих же самых персонажей. Конечно, некоторых персонажей и улучшения ты можешь купить напрямую, но все же в большинстве случаев тебе придется получать их, только открывая кейсы. Вот эту механику Supercell явно взяли из Бравлика. А насколько мы знаем, то в плане донатов в Brawl Stars все очень туго. В том плане, что донат стоит очень дорого, а выбить что-то годное из кейсов крайне трудно. Это определенно минус. Но все же в Clash Mini существует система боевого пропуска, ежедневных и других заданий, выполняя которых ты можешь получить много халявы. И вообще в Clash Mini можно развиться очень быстро, например, у меня это заняло всего от силы 5-6 часов. Ну а еще в игре также существует функция скинов на различных персонажей, но их пока что добавить не успели. В принципе, насчет доната и системы наград в Clash Mini мы разобрались, и теперь под конец хочу немного выразить свое мнение насчет этой игры. А по поводу графона мне сказать в принципе нечего, потому что все выполнено в традициях компании Supercell. Все так же мягко, гладко и красиво, как в предыдущих играх. Могу отметить только то, что эта игра выглядит как максимально упрощенная Clash Royale, и то в принципе ясно, так как мы живем в то время, где не ценятся сложности в дизайне. Ну а что я могу сказать насчет этой игры? Честно, мое мнение в этом плане будет максимально позерское, потому что я в своей жизни никогда не играл в игры от Supercell, ни в Clash Royale, ни в Clash of Clans и даже не в Brawl Stars. Но все же могу точно сказать, что эта игра найдет свою аудиторию. Может, Clash Mini и не будет новым Brawl Stars, но вот Clash Royale эта игра уж точно должна заменить. Знаете, игры от Supercell — это как мини-поколение. То есть, условно, ребята моего возраста выросли на Clash of Clans, ребята помладше на Clash Royale, фанаты Моргенштерна на Brawl Stars, и, видимо, следующее поколение — это Clash Mini. Я считаю, что это круто, так как игра развивает
тактическое мышление, как, например, в шахматах, да и вообще она очень интересна и увлекательна. Ну а что насчет Clash Mini думаешь именно ты? Пиши в комментариях, будет интересно об этом узнать. Ну а если ты уже хочешь поиграть в Clash Mini на стадии закрытого бета-тестирования, то можешь смело писать в личные сообщения нашей официальной группы канала ВКонтакте, ссылка в описании. Наша комьюнити ответит всем и с радостью раздаст АПК для скачивания игры. Ну и в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Огромное спасибо за просмотр, и если это видео было вам интересно, то обязательно поставьте лайк для его продвижения. Но если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Clash. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.